nostalgie. On se ressemblait. Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, это канал Роли Гейм Онлайн и рубрика Ностальжи. Ребятки, сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Казаки Вторые. Наполеоновские войны. Игра вышла в 2006 году, относительно уже очень-очень давно. Мне стоило огромнейших усилий их запустить для более-менее нормального формата записи, для более-менее вообще нормальной игры в них. Поэтому только ради этого, ребята, лайк, если вы вспомнили эту игру, если вы в нее играли. Я думаю, серия «Казаки» как бы для всех известна. И мы просто обязаны с вами попробовать в нее поиграть. Если вам понравится данная игра и данный жанр, давайте попробуем ее пройти. Конечно же, за Пруссию, только за нее и только так. Давайте начнем одиночную игру. Новый игрок. Назовем его «Один». Выберем, конечно же, так, у нас есть выборы: Франция, Россия, Британия, Пруссия, Австрия. Пускай будет Россия. Выбор командира: Александр Павлович Романов, Кутузов. Давайте Кутузова возьмем. Илларионовича. Так, завоевание Европы. Есть у нас кампания завоевания Европы. Обучение мы проходить не будем. Нам самое главное просто вспомнить, посмотреть, что и как. Значит, здесь есть описание, что и как делать в этой кампании. Читать, опять же, это не буду, потому что мы только с вами ознакомимся с самой игрой, посмотрим, что и как происходит. Значит, у нас есть карта практически как Imperial Glory, карта Европы. Здесь, если не ошибаюсь, если память не изменяет, делается, конечно же, упор на Наполеона. Я думаю, Наполеон будет самый сильный, самый первый, потому что это как бы вроде как про него игра. У нас здесь есть вкладки по глобальной карте. Это дипломатия, командиры, рынок, сообщения, карта Европы, конец хода. Ну, в общем, все как стандартное. У нас в подчинении, точнее, в наших расположении Москва, Минск, Украина и Вильно. Ну, Вильно, да и Вильно. Значит, каждый из них производит определенный ресурс. Да, сколько помню. Есть защита сектора, прирост населения. Мы можем в нашу армию рекрутировать определенное количество рекрутов. Если не ошибаюсь, это в командирах делается. Читать я это опять же не буду. Вот здесь мы можем, пока у нас только 4 отряда ополченцев и 2 отряда мушкетеров, здесь мы можем почитать биографию разных хлопцев. Мы вот видим вражеских командиров. Вот Мурат Бей, нормальный такой хлопец, видно, что спортивный, мудрый. У него вот воин с ятаганами, лучники, подчинение. Давайте попробуем пока вернуться на карту мира. Начнем где-то немножко войну, повоюем. На то время в этой игре в казаках добавили такой момент, как, скажем так, боевой дух. И здесь, в принципе, если армия, точнее отряд с маленьким боевым духом, то в принципе, любой другой отряд, который даже меньше по количеству людей, при удачном маневре может просто обратить в бегство.
Так, полученное донесение. Сектор Варшава оккупирован армией противника, командующий Франц I. Кстати, Варшава-то наша была. Поляки были наши. Отомстим сейчас Францу. Он ему уже, наш кореш Мурат Бей, помогал. Так, у торговцев был очень прибыльный период. Отлично, очень рад. Давайте нападем на Трансильванию, пожалуй. Сообщение. Австрия, вам объявили войну. Ну, бывает. Австрия нам объявила войну, а мы тогда пойдем на них, на Трансильванию в ответ. Начнем наступление. Так, значит, аркадный режим. Аркадный режим изменит игровые правила, уменьшает, точнее, влияние морали и усталости, таким образом сделав игру более динамичной. Динамика наше все. Давайте выберем динамичный режим. Здесь получается, если войска ваши устали, соответственно, тогда у них падает мораль. У них падает мораль, в бою они не совсем, скажем так, воины. Значит, карта у нас, завоевание, точнее, территории у нас происходит в виде карты, на которой находится поселение. Захват поселения дает определенный прирост ресурсов нам, грубо говоря. Или же полное уничтожение врага. Где-то уже идет страшная перестрелка, не могу понять где. Кого-то уже кромсают. А, наши хлопцы убивают ополчение. В каждом поселении есть стандартное ополчение, которое занимается охраной поселения, соответственно. Для того, чтобы его захватить, нужно или перебить ополчение в данном населении, ну или просто занять его до прихода регулярных войск врага. Победа считается у нас, если мы уничтожаем полностью армию врага, то есть все расположены гарнизоны здесь, или же мы захватываем ключевые точки. Вот так, к примеру, на раз, два, извиняюсь за кашель, ребят, просто приболел, и три. То есть захватываем три ключевых точки, это победа. Уничтожаем все войска противника на данной территории, это победа. Умираем, это поражение, соответственно. Значит, для передвижения по дорогам у нас не расходуется выносливость. Это нам нужно ходить в строю, в колонне. Все остальное у нас выносливость расходуется. Вот, к примеру, вот на этих хлопцах мы видим. Если бы не был включен режим, скажем так, аркадный, то, наверное, от дороги до этого леска мы бы уже, наверное, очень бы сильно заебались. Извините за выражение, шагать. Так, господин лейтенант, разведка доложила, что в лесу устроили засаду. Перед нами полевой лагерь. Отлично. В общем, тут типа квесты можно там захватить и так далее, и так далее. Вот у нас ребятки маршируют. Это считается стандартная защитная армия, точнее отряды защитные. Вот шагают нас бить. Стрелять, точнее, но мы попытаемся их взять, если успеем дойти. Кстати, вот наша мораль, боевой дух. Сейчас, наверное, будет залп. Здесь мы тоже. Там залп, здесь залп. Бах. Видите, один удачный выстрел, и весь наш отряд обосрался и убежал. Здесь сейчас мы пока немножко тащим. Хотя уже, наверное, нет. При успешном бою отряда наш боевой дух повышается, соответственно. При плохом мы начинаем бежать в панике. Здесь, возможно, мы, наверное, победили. А вот тут у нас будут проблемы. Готовим наших мушкетеров. Вот именно во вторых казаках, вы знаете, очень четко показывается тактика боя тех времен. То есть здесь ребята выстраиваются в линию по сигналу. У нас есть, соответственно, зоны урона нашего оружия. То есть чем ближе к нам, тем лучше. То есть имеет смысл, к примеру, выстраиваться в линию, ждать удачного момента, подпускать врага поближе и давать один мощный залп, который просто в нужное время, в нужном месте просто косит ряды, и они просто рассыпаются, грубо говоря, под одним залпом. Если мы
Наши там, смотрите, еще что-то ковыряются. И если мы находимся, наше дредноходство, в лесу, соответственно, есть шанс, что вражеский огонь по нам пули позастреют в деревьях, и это будут промахи. Давайте подождем, пока враг попытается дострелять наших коллег с палками, и попробуем с помощью мушкетеров дать один залп и обратить их в бегство. И, наверное, на этом мы закончим наш небольшой летсплейчик по игре казаков. Казаки 2, точнее. Если вам понравилось, ребята, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Давайте попробуем ее пройти. Не знаю, как на тяжелом уровне сложности, но смотрите, еще он регулярная армия подходит. Давайте, наверное, готовимся к выстрелу. Ополчение, думаю, не полезет. Видите, те тоже, смотрите, они подтягивают все свои войска. Давайте туда нам на помощь по дорожке кинем. Так, попы. Вперед сюда. На расстоянии, не расстояние, но пока далеко, видите. То есть урон будет не сильно большой. Ждем. Сейчас наши основные войска промаршируют, подтянутся к... А, мы еще тут стоим. А чем мы тут стоим? Ребята, вырезайте всех селян, и поселение будет наше. 120. Видите, здесь вообще наши что-то дерутся, но безуспешно. Может бахнуть один раз по ополчению? А давайте бахнем. Видите, залп прошел. Наши все отстрелялись. Теперь идет очень долгая перезарядка. Очень долгая. Попытаемся наших увести и навязать бой вот этими хлопцами. Попы, отмаливайте грехи нашим ребятам. Мы только что скосили трошки людей. Все, остановочка, разворот. Перезаряжаемся пока. А вы в бой. Давайте. Нет, не тупите. Давайте сразу подводим второй наш отряд. Фузелеры противника готовятся к выстрелу, я так предполагаю. Вон уже вижу, подтягиваются ландверы. Там у нас происходит тоже перестрелочка. Мы что-то тут встали. Не начали вырезать всех подряд. Навязали им ближний бой. Залп. Наши выстояли, второй залп не выстоят. Хотя нет, выстояли наши второй залп. Давайте перестраиваем пока наших сюда. Эти еще почти зарядились. Почти перезарядочка прошла. Попробуем сейчас дать передней колонны залп. Потом поведем тех наших. Ближе. Залп. Промах. Более не совсем удачный залп, скажем так. Ваши подразделения в панике, понятно. Обосрались. Ладно, попытаемся сейчас дать залп. Добить этих козлов хотя бы. Хотя бы вот этих лупануть немножко. Давайте, залп. Бах. Живы, все равно живы, сволочи. Давайте в ближний бой пошли. Давите их. Нас сзади подпирают. Да, я вижу. Все. Побежали. Эти обосрались. Вроде как. Здесь нашим помочь надо. И эти тоже убежали. Так, пробуем. Что тут у нас? Один отряд мы пустили в бегство. Два у нас осталось. Два наших отряда мушкетеров против раз, два, три. Три. Ну и вот эти, ну, что-то они мне доверия совсем не вызывают. Что там у нас? Так, идут они к нам? Идут. Почти перезарядочка закончилась. Очень долго перезарядка идет. Очень долго, реально. Смотрите, опять поджидаем ближе. Огонь. Не успели мы сделать выстрел первыми, но все равно. Выводим наших хлопцев, этих вперед, этих отводим назад. Это я делаю с помощью... Нет, тоже назад их. Что-то у нас не те не перезарядились, получается. Кошмар. Тогда я предлагаю всех их давить в общем бою. Наши пошагали.
сломили их тупо количеством, возвращая наших бойцов на исходное положение, так сказать, собраться с мыслями. Видите, благодаря, вот пришло еще линейное подкрепление стандартное австрийцев, фузелеры в количестве 30 человек. Смотрите, они бегут, а здесь мы их сейчас встретим нашими бойцами, вырежем их под конец, точнее под корень всех. Вырежем их под корень. Приходит куча сообщений, я их не считаю, но они, конечно, несомненно, самое очень важное. Но это будет потом. В общем, видите, в принципе, используя нормальную тактику, грамотную, не такую, как я, можно, в принципе, неплохо тащить даже там одним-двумя отрядами. Можно грамотно, если позиционировать, стрелять, использовать все возможности своих отрядов, то, в принципе, можно и победить даже минимальными силами. Ну, это, конечно, будет потом. А сейчас, наверное, на этом все. С вами был Рости. Это была игра «Казаки. Вторые наполеоновские войны». Казахи, казаки, кому как удобнее. Не буду вдаваться в правильность произношения. Это был канал Рули Гейм Онлайн. Если вам понравилась эта игра и вы хотите по ней прохождения, дайте мне об этом знать. Всем до скорых встреч и пока.